Всем привет, с вами Прия. Сегодня побеседуем на весьма интересную тему. А тема у нас сегодня такая, что нам добавляют в 7.3 новые локальные сундуки. Один из них старый, два из них новых. Сейчас побеседуем на эту тему очень внимательно. В Аргусе добавляют три локации. Кракун. Первая локация. Вторая — это Антарусские пустоши, которые потом начали называть пустошами Анторуса. И Макари. Макари, пожалуй, самая красивая локация из этих трех. Ну, она, по крайней мере, цветет, и в ней что-то такое классненькое происходит. Так вот, три сундука. Первый сундук — это Защитники Аргуса. Выполняется на Макари. Потом сундук Армии Света. Он выполняется в пустошах Анторуса. И третий сундук, новый, который я смог увидеть, это сундук Армии Погибели Легиона. Остается лишь один вопрос. А почему его не добавили в 7.2, в 7.2.5 или не сделали какой-то мини-патч с его добавлением, а вводят только конкретно в 7.3? То есть как-то не прослеживается в этом логика, что ли, не прослеживается в этом... Да вообще никакого смысла в этом особо нет. Мы уходим по факту... с расколотых островов, переходим полностью на Аргус, но нам прокает новый интересный сундучок трофеи погибели легиона. Как бы, ну, классно, круто, разные сундуки, это всегда интересно, это позволит твинкам апать быстрее репутацию с армией погибели легиона, это позволит вновь вернувшимся игрокам аналогично проапать репутацию и получить полеты на расколотых островах. Полеты с расколотых островов не переносятся на Аргус. Учтите это. Ну, хотя да, на самом деле, перечислив эти факторы, я понял то, что некий смысл в этом все-таки есть. Будем выполнять эти локальные задания вновь, будем получать топовый лут, конечно же, куда без него. И будем надеяться на проки классных вещичек. Всех вам благ, счастья, здоровья. А я все до сих пор пытаюсь этот квест выполнить. Я юзаю проекцию Сарпиша, и она не юзается. Я не могу сделать видос по Тигеле Света и Пустоты. Я не могу сделать этот квест. Я не могу ничего сделать. Понимаете меня? Не понимаете, похоже. Глупо. Ладно, всех благ. Берегите ноги. И легендарок вам побольше. До скорого.